Отныне и навеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Духа Святого, родился от Марии Девы, страдал при Понтии Пилате, распят, умер и был погребен, сошел в ад. Третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса, сидит одесную Бога Отца Всемогущего, и оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, Святую Католическую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое,
Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус, который в нас веру умножает. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус, который в нас веру умножает, а надежду укрепляет. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус, который в нас любовь воспламеняет. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Первая славная тайна – воскресение Иисуса Христа. В Евангелию от Иоанна читаем. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Помолимся эту первую тайну со всех священников и благодарим Иисуса за дар священства, за дар Святой Евхаристии и Святой Исповеди. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Матерь всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей. Аминь. Вторая славная тайна Вознесения Иисуса Христа. В Деянии святых апостолов читаем. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облака взяла Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Помолимся эту тайну за нашего Папа Римского, за всех епископов, тоже за нашего епископа.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избав нас от огня адского, и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Матерь всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей.
Твоем Он возвеличен. Exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord forever. Возвеличен наш царь, возвеличен вовек. Ему слава. Он возвеличен наш царь, возвеличен, прославлю я. Третья славная тайна – сошествие Святого Духа. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы огнесущного сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждому из них, и исполнились все Духа Святаго. Помолимся эту тайну за весь наш приход, соединяемся все вместе в молитве, чтобы Дух Святой, Дух Любви мог наполнить все наши сердца. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
Молись, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен от имеющих женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешным, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен от имеющих женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен от имеющих женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен от имеющих женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен от имеющих женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен от имеющих женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен от имеющих женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен от имеющих женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошлении Духом Твоему на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Матерь всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей. Аминь. Четвертая славная тайна Успения Божьей Матери. Евангелию сегодня слышим о семье, то есть Слово Божье. Чтобы Слово Божье упало на добрую землю, мы нуждаемся в Духе Святым, в Духе Любви. За это Матерь Божья дала нам в Амстердаме ее молитву. И она объясняет плод того, если мы ежедневно читаем эту молитву. Господи Иисусе Христе, ниспошли ныне Духа Твоего Святого на землю. Она скажет, так же, как снежные хлопья летят по всему миру и толстым слоем покрывают землю,
так и молитва вместе с образом будет распространяться по миру и проникать в сердца всех народов. Так же, как снег тает и проникает в землю, так и плод, то есть дух, войдет в сердца всех людей, ежедневно читающих эту молитву. Помолимся эту тайну за весь мир, за каждую отдельную душу. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, и спав нас от огня адского, и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, не спошли ныне Духа Твоего на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Матерь всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей. Аминь. Номер 202. Славная тайна. Увенчание Святой Девы Марии Небесной Славы. Матерь Божья, как Царица, как Матерь неба и земли, желает нас всех привести к Христу, то есть к источнику любви, к знаку спасения, к знаку нашего спасения. На образе Матери всех народов мы видим стадо овец. Некоторые еще поедают траву, но большинство овец смотрят прямо на Матерь с крестом. Матерь Божья в Амстердаме объясняет. Этот образ овечьего стада означает народы всего мира, которые не найдут покоя до тех пор, пока не углянутся и не станут в
покойствии взират на крест, центр этого мира. Помолимся за всех наших дорогих больных, чтобы они знали, как драгоценно перед Богом их страдания, пожертвования из любви. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, и приведи все души на небо,
особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Господи Иисусе Христе, Сын Отца, ниспошли ныне Духа Твоего на землю, да обитает Дух Святой в сердцах всех народов, чтобы они были защищены от погибели, бедствий и войны. Матерь всех народов, Пресвятая Дева Мария, да будет нашей заступницей. Помолимся молитва о призваниях. О Иисусе, добрый пастырь, возбуди во всех приходских общинах призвания к священству, диаконату, монашеству, к посвященной жизни мирян и к миссионерской деятельности, согласно нуждам всего мира, который ты любишь и желаешь спасти, поддерживай всех посвятивших себя Богу, направляй шаги тех, кто великодушно ответил на твой призыв и готовится принять священство или принести обеты, основанные на евангельских советах. Обрати твой милостивый взор на полных готовности молодых людей и призови их следовать за тобою. Мы веряем эти важные проблемы, столь дорогие твоему сердцу, могущественному посредничеству Деве Марии, которая является Матерью и образцом всех призваний. Молим тебя, укрепи нашу веру в то, что Отец Небесный выслушает нас, когда мы просим о том, о чем ты сам повелел нам просить. Аминь. Постоянно.